Командный чемпионат Украины по синхронному плаванию завершился в бассейне «Локомотив» ожидаемым триумфом харьковских спортсменок. Хозяйки соревнований завоевали 7 золотых медалей из 8 возможных. 18-летняя Марта Федина участвовала во всех победных выступлениях. Она выиграла технические и произвольные программы в соло, с Анастасией Савчук первенствовала среди дуэтов. А в составе первой сборной Харьковской области заработала золото в хайлайте и двухгрупповых программах. Все победы воспитанниц заслуженных тренеров Украины Светланы Саидовой, Олеси Зайцевой и Валерии Межениной получились с явным преимуществом. В каждом виде они опередили ближайших конкуренток больше, чем на 15 баллов. В комбинированных упражнениях основной состав харьковской сборной не выступал. В отсутствии главного фаворита лучше проявили себя киевлянки. Ставшую серебряным призером команду Николаевской области они обошли на 6,5 баллов. Соответственно, харьковчанкам не было равных в общекомандном зачете. Сборная Киева заняла второе место, николаевские спортсменки стали третьими. Всего в командном чемпионате страны участвовали синхронистки из 5 регионов.